Все для отдыха и спорта. Парк Прибрежный уже близок к идеалу. Настала пора заняться благоустройством его младшего брата, конструктор парка «Механика». Он расположен на территории Петрового оврага, где проводятся мотокроссы. В 2019 году на облагораживание объекта было выделено 10 миллионов рублей. Год спустя появились результаты. Установлено освещение, скамейки и урны. Также на вершине оврага вмонтировали смотровую площадку с лестницей. Не забыли и о безопасности. Здесь автоматические ворота установлены, находится охрана, парк под видеонаблюдением, потому что мы понимаем, что он экстремальный будет. Сейчас здесь занимаются федерации мотокросса нашей Ульяновской области и города Ульяновска. Соответственно, велоспорт здесь развивается, дети очень нравится эта трасса, потому что они могут погонять с трамплинов, попрыгать, в городе такого нет. В обновленный конструктор парк приехали губернатор и глава города. Гостей встретили местные активисты и руководители. Первые лица ознакомились с планом дальнейших работ. Идея со смотровой площадкой понравилась всем. В следующем году подобных зон станет больше. Также верхнюю часть оврага выложат брусчаткой и организуют спортплощадки с атравматичным покрытием «воркаут». Виктория Чиркова, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ.